Ангельская музыка, источаемая скрипкой юного ангела, изображенного на картине «Отдых на пути в Египет», погрузила в сон Мадонну с младенцем на ее коленях. Святое семейство живописно расположилось на фоне пейзажа с молодыми дубками, осокой у берега реки и серебрящимися вдали за рекой тополями. Старец Иосиф с благоговением держит ноты перед золотовласым небесным ангелом. Натюрморт из простых крестьянских предметов, оплетенной бутыли и дорожного мешка дополняет эту полную глубокого лиризма сцену. «Отдых на пути в Египет» изображает сцену из Святого Писания на фоне обычного пейзажа, словно говоря, что нет разницы между чувствами реального и божественного. Фигуры размещены очень просто, безо всякой композиционной изощренности и значительности. Он не идеализирует образы, его Мадонна устала и спит. Иосиф старый и неловкий крестьянин сидит на мешке. Близкие предметы на переднем плане, камни и трава, выписаны до мельчайших подробностей, а удаленные объединены дымкой света и воздуха. Гармония и единство переданы цветом. Центральное светлое пятно изящного тела ангела выглядит еще более ярким среди окружающих светло-зеленых, светло-коричневых и серебристых тонов. Поэзия, считает Караваджо, это не фантастический вымысел, а выражение внутренней жизни человека. Она не возвышается над реальностью, а находится внутри нее. Рассматривая композиционный состав сюжета, можно легко разделить его на две части, где изображены спящая мать и дитя, и где сидит Иосиф. В центре картины, как бы разделяя ее, стоит ангел, исполняющий музыкальную композицию на скрипке. Ангел словно убаюкивает спящих, его фигура – символ мира и покоя. Правая часть полотна отличительно яркими красками, небесный цвет на заднем фоне, трава и цветы у ног спящей Марии. И сам образ матери и ребенка передает чувство любви и нежности. Левая часть картины поглощена более мрачными цветами. Иосиф сидит под увядшим деревом, ноги его накрыты от холода покрывалом. Однако все же видно, что оба путника – босы. Возможно, это последствия поспешного бегства. Менее заметна фигура осла, с которым совершается путешествие. Его глаза внимательно смотрят на ангела, словно исполняемая композиция заворожила и его. Это осел, на котором святое семейство бежало в Египет. Маурицио Калвес в своей работе о Караваджо высказывал предположение, что вся композиция картины символизирует путь христианского спасения от неодушевленного камня через животное, человека и ангела до конечной цели – божественного в образе Девы Марии и Спасителя. Предполагали, что картина была заказана кардиналом Пьетро Альдобрандини, восторженным поклонником музыки, однако и в описи его картин 1603 года нет никаких следов работы Караваджо. Картины могли быть написаны для кардинала Франческо дель Монте, у которого Караваджо фактически стал домашним художником с 1595 или 1596 года. В нотах на картине записан мотив фламандского композитора Ноэля Баудевейна со словами из песни «Песни», посвященными Мадонне. «Как прекрасна ты!» Что вполне уместно для утонченного интеллектуального вкуса кардинала и делает невозможным написание подобной картины иначе, как по заказу.
Достоверно известно лишь, что после смерти Караваджо картина стала собственностью Олимпии Альдобрандини, племянницы папы Климента VIII и второй супруги кардинала Камиллу Франческо Мария Памфили. С тех пор работа остается у семейства Памфили, в галерее которого и находится в настоящее время.